специальное предложение только сегодняшнего дня. Это цветок царский. Царский цветок по цене 1999 рублей. Мы получаем действительно царское предложение сегодняшнего дня. Королева гардинных тканей. Роскошная жаккардовая органза будет украшать ваше окно к Новому году. Вам нужно выбрать цвет. У нас целая коллекция, целых 4 очень красивых оттенка, самодостаточно. Органза сегодня особенная. Это полноценный наряд для окна. То есть это не просто тюль, а это самодостаточная штора. Вы сможете повесить вот просто отдельно, даже без портьер. Например, на кухню, где мы с вами не любим тяжелых портьер. Да? У нас с вами, потому что даже и размер позволяет так использовать не только как тюль, а как самостоятельный наряд для окна. Потому что это целых 3 метра красоты. То есть у нас цветок 2,70. Царский, да? И царский размер. Высота. Царский цветок и царский размер. 3-метровый тюль. На небольшое окно будет потрясающая драпировка. Если вам нужно на большое окошко, за счет самодостаточного узора будет отлично располагаться и без драпировки. Тем более, что, да, обращаю ваше внимание, есть детали, которые делают штору законченной. Это шикарный жаккардовый низ и эффект ламбрекена наверху. Царское предложение по царской цене. Это царский цветок и, конечно, царский размер. 3 метра органзы за 1999 рублей. У нас с вами 4 цвета. Ну, я свой выбираю уже коричневый, поэтому я его уже как бы от себя вот немножечко убираю, что это мой. Это твой. Хорошо, ты выбираешь универсальный оттенок. Если вы тоже предпочитаете классику, тогда выбирайте коричневый цветок. Вся коллекция у нас под названием «Царский цветок». У каждого цвета есть свое название. Пожалуйста, сейчас запоминайте. Это коричневый цветок. Каждый тюль 3 метра на 2,70 высота. Все наши тюли на шторной ленте с кантом утяжелителем. Этот вариант шикарного цвета зрелого вина с золотом. Называется «Цветок красок». Запоминайте, пожалуйста, название. При заказе это будет «Цветок красок». Потрясающе. Это красота для того, чтобы, да, создать шик в интерьере, если вы любите вещи нетривиального оригинальный характера. Вот сейчас оттенок, это твой выбор, да, на сегодня, я так понимаю? Да, мне очень нравятся вещи такого нетривиального характера, который позволит вам интерьер сделать именно особенным, вот в какую-то такую изюминку в него внести. Это черно-белый цветок, очень красиво посеребрен прекрасной платиновой нитью. Вы это все потом обязательно рассмотрите поподробнее. Еще один цвет, на который обращаю ваше внимание, это голубой цветок. Я считаю, он самый зимний у нас сегодня. Самый новогодний, вот действительно. Самый праздничный. Самый праздничный цвет. И, конечно, это все царский цветок. 1999 рублей. И мы получаем 3 метра царской органзы. 3 метра ткани, которая сегодня переживает второе рождение. Мировые дизайнеры, европейские модные дома предлагают органзу как тренд этого года. И в дополнение, и в сочетании с портьерами, и как самостоятельный наряд для окна. Леночка, пойдем посмотрим фактуру, потому что, собственно говоря, секрет здесь именно в фактуре. Ну вот интересно, вот и прикасаться к ней, да, ткань. И вот принт очень интересный, блестящий, сверкающий, такое чувство, что он объемный. Очень красивая, блестящая и сверкающая, но маленькая оговорочка, это не принт. Так. Это не принт, принт это рисунок, в данном случае это не рисунок, а именно вплетенная шелковая и люрексовая нить, разноцветная, вплетенная в основное полотно органзы по типу жаккардового плетения. Это делается на специальном вышивальном оборудовании, и ниточка именно вплетается. Что нам это дает? Во-первых, мы ее ощущаем, это рельеф. Да? Да. Это выпуклый узор, такой очень интересный с переходом цвета. Во-вторых, это прочно и добротно, поскольку ниточка именно вплетена, она укрепляет основное полотно органзы. Мы с вами можем это посмотреть и с другой стороны, и прикоснуться вместе со мной, мы почувствуем фактуру и с другой стороны. Но кроме того, что мы понимаем, что это прочно, с уличной стороны тоже здорово смотрится. Вот. То есть у нас как бы нет изнанки, по сути. Да? И вы пойдете с улицы, будете наблюдать ваше красивое окно. Красота совсем сторон. 3 метра ткани сегодня, органзы, да еще и с жаккардовым плетением, и который блеск не осыпается, получается. Вот да, касательно блеска, в данном случае не только сам узор у нас посеребрен, где-то позолочен на каком-то цвете, это люрексовая нить, также вплетенная, очень надежно, так что после стирок, даже после 20-летнего использования будет в порядке. Смотрите, ни одной искорки на руках у меня не остается, потому что это не напыление, а это нить вплетенная. Но я хочу вот еще о чем сказать, об основном
одном полотне. Это очень важно. Органза бывает разная. Бывает матовая, бывает блестящая. В данном случае органза с эффектом хамелеона из скрученных полированных нитей. Каждая из тоненьких нитей органзы была еще и огранена. То есть имеет грани при производстве. Поэтому под разным углом освещения она дает разный блеск. И получается очень красивое такое свечение в комнате. Органза переливается так изысканно, что дарит вам неповторимую атмосферу праздника. Ну, да. Поэтому она считается королевой гардинных тканей. Из такой ткани шьют даже одежду, платье. Лен, вот хочется, правда, лекало приложить и сшить красивый наряд. Вообще, знаете, я считаю, что это как платье для вашего окна. Действительно, изысканное, роскошное и красивое. И все это царский цветок. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. 1999 рублей. Дозвонитесь прямо сейчас. Ну, невероятная красота. Знаешь, вот обычно, когда вот, например, тюль, немножечко подаешь вперед, она сразу взлетает до потолка. А здесь она вот так, как парус надувается. А в данном случае такой проблемы не будет. Здесь у нас с вами кант-утяжелитель. Mm-hmm. И чтобы, когда вы открываете окошко, к потолку не взлетал, да, чтобы это все выглядело убрано и безупречно, есть вот такой функциональный элемент, он называется кант-утяжелитель. Такая тяжеленькая тесемочка, она вот прям весомая такая. Вот я сейчас буду отпускать тюль, и он будет выравнивать, да, вот этот кант будет выравнивать полотно. Смотрите, я бросаю, и полотно само себя выровняло, как бы вот отгладило, можно сказать. Mm-hmm. И когда вы откроете окно, посмотрите, эффект движения будет. Парус, эффект полета. Очень посмотрите, красиво. Если вы хотите, чтобы в вашу комнату просто ворвался, это свежесть полета, действительно ощущение того, что ваша комната воздушна и легка, вот именно такой царский цветок вам сегодня нужен. И обеспечиваем себя хорошим настроением, красотой, нетривиальным, богатым, роскошным интерьером на долгие 20 лет и более. Органза настолько прочна, она очень крепкие эта нить, это полированные кручения нити, двойного кручения ниточки. Поэтому она, вот, несмотря на свою воздушность, считается самой прочной в линейке прозрачных домашних тканей. То есть испортить, но это надо постараться. Только обязательно стираем на температурном режиме до 40 градусов. Возможно 30, возможно 40. Практически незапыляемая ткань, поэтому просто личная моя рекомендация на 15-минутном режиме. Вот просто освежили, она мало сминаема, держит шикарно форму, поэтому и с уходом проблем никаких не будет. Слушай, Юль, ну ты меня просто удивила сегодня, вот прямо совсем на лопатки положила буквально. 20 лет качества! Вот разделите сейчас нашу сумму на 20 лет, получается 99 рублей в год. За при комфорт этом, и красоту. Потом мы это все стираем в стиральной машинке, да еще и 15 минут буквально, чтобы освежить, потому что она не впитывает грязь, не сминаемая, а значит в вашем доме всегда уют, чистота и порядок, а у вас есть свободное время, и при этом ваш дом еще и дарит вам невероятный комфорт. Успейте дозвониться прямо сейчас и оформить свой заказ. Хочу сразу спросить, Юль, шторную ленту где и как лучше заказать, чтобы ее пришить? Шторную ленту заказывать не нужно, она уже пришита. И на этом, кстати, мы сэкономим тоже порядка 1000 рублей. Причем, внимание, сейчас будет техническая информация, которая очень важна. Итак, еще раз. Тюль у нас 3-метровой ширины, высота под потолок 2,70. И шторная лента абсолютно универсальна. О чем я говорю? То есть, что на вашем карнизе? Крючочки, крокодильчики, петельки или даже штанга. Максимум 2 сантиметра в диаметре. Мы надели прямо на штангу. Не имеет значения. Вот что есть на карнизе, то и подойдет. Ничего перемонтировать, докупать, ничего не надо. Шторная лента еще и подстроит под размер окна за счет драпировки, а с помощью шикарного узора вы скроете недостатки окна, если они есть, или недостатки стены. Вот это для меня как раз очень важно, потому что я окно никак не могу поменять. Не поменяла окно на пластиковое. Ну, если у вас такая же ситуация, органза для вас. Органза для вас. Сегодня царский цветок для вас. Сорвите его для себя. Дозвонитесь прямо сейчас по нашим бесплатным телефонам, и вы получаете готовое решение для себя. Все отшито, пришито. У нас шторная лента, вам остается только набрать наш бесплатный номер, и все. И повесить, и наслаждаться комфортом, уютом и роскошью вашего дома. Царский цветок. Специальное предложение только сегодняшнего дня именно для вас.